В отличие от целей развития тысячелетия ЦРТА, которые были рассчитаны на период с 2000 по 2015 год, и которые ограничивались какими-то конкретными темами и ограниченным числом показателей, благодаря которым можно было осуществлять мониторинг цели устойчивого развития, это комплексные цели, которые охватывают всю повестку дня, все угрозы, которые нависли над нашей планетой и которые надо преодолевать единым путем, логичным путем. Поэтому имеется 17 целей, 169 задач, которые вписываются в 17 областей. И в настоящее время, на настоящий момент, 241 показатель. Некоторые из них еще не до конца доработаны. И эти показатели призваны понять, насколько успешно или неуспешно осуществляются эти цели устойчивого развития. Это стремление к логической увязке, к полноте, скрывает целый ряд проблем, которые возникают. Дело в том, что реализация ЦУР, если будет осуществляться вертикально, то при этом могут возникнуть серьезные противоречия и могут возникнуть результаты, прямо противоположные тем, к которым мы стремимся. Вот конкретные примеры, таких примеров очень много. Если для обеспечения продовольственной безопасности мы будем действовать так, как до недавнего времени действовали китайцы, а китайцы применяли на 70% больше удобрений и пестицидов на гектар, чем в среднем в мире, то действительно можно повысить сельскохозяйственную производительность. Но это будет иметь очень отрицательные последствия для экологии, для загрязнения окружающей среды, для способности почвы поглощать все эти удобрения и пестициды. Если мы стремимся к улучшению состояния здоровья и при этом боретесь с серьезными эпидемиями, с которыми сталкиваются страны Юга, но не только страны Юга, такие как СПИД, туберкулез, малярия, так вот, если вы будете бороться с этими болезнями и в результате утвердите какие-то слишком конкретные, слишком вертикальные проблемы, что приведет к дезорганизации системы здравоохранения, то, что выиграть с одной стороны, вы проиграете с другой. Вот так получилось с целями развития тысячелетия. Да, действительно, удалось сократить абсолютную бедность, то есть число людей, которые живут на сумму меньше, чем $1.90 США на человека в день. А это сегодня порог абсолютной нищеты. Но при этом будет нарастать неравенство между различными группами населения, между гражданами, если это приведет к беспрецедентной концентрации богатств в руках 1% самых богатых людей на нашей планете, то тем самым ставятся под удар все цели устойчивого развития. Необходимо понимать ту сложную цепочку, которой связаны различные области этих ЦУР, для того, чтобы ограничивать отрицательные последствия реализации одной из этих целей для других целей. И наоборот, для того, чтобы обеспечивать позитивную синергетику. И тут много примеров. Если удастся реализовать инициативу 4 из 1000, о котором расскажут, то есть если удастся увеличить способность почвы накапливать двуокись углерода, вы одним выстрелом убьете двух зайцев. Вам удастся ограничить выброс парниковых газов, которые способствуют глобальному потеплению. И в то же время, если будет применяться правильная агроэкологическая практика, удастся повысить производительность, и тогда можно будет реализовать целый ряд других целей устойчивого развития. Если удастся сохранить биоразнообразие и коралловые рифы в рамках ЦУР, то тогда можно будет лучше управлять рыбными ресурсами. А для многих стран мира рыба – это основной источник белка, и рыболовский промысел – один из основных видов деятельности. Поэтому необходимо понимать потенциальные риски и противоречия между реализацией
различных политических направлений, вдохновляемых ЦУР, и в то же время стремиться к объединению усилий, к синергетике между этими ЦУР. Вот последний пример в развитии цели, развития тысячелетия. Если дать возможность девочкам и девушкам получить доступ к образованию, к начальному, а потом к другим уровням образования, то это будет хорошо для разницы между мужчинами и женщинами. Это будет хорошо для производительности труда, для улучшения рынка труда, всех видов экономической деятельности. Это будет хорошо также и для здоровья женщин и детей.